Все проезжали мимо розовой будки на обочине дороги, не зная, что внутри ютилась и отчаянно ждала спасения брошенная собака. Розовую будку, лежащую на обочине дороги в американском городе санта крус было трудно не заметить. Но мало кто знал, что внутри будки ютилось несчастное создание. Привязанный к будке Питбуль терпеливо сидел внутри и ждал спасения. К счастью, один неравнодушный местный житель заметил собаку и сообщил о ней организации по спасению. Сотрудники сразу забрали собаку в безопасное место. У приюта получилось отследить хозяев Питбуля, но они узнали, что девятилетнюю Пеблс бросили около года назад. Целый год бедное создание бродило по улицам, пока кто-то не оставил ее в будке на дороге. Сотрудники приюта стараются сделать все, чтобы жизнь этой красавицы заиграла новыми красками. Сейчас для Пеблс ищут постоянных, надежных и любящих хозяев. Будем надеяться, что совсем скоро ангелочек Пеблс обретет любящую семью. Тем временем организация спасения СКС предупреждает, что бросить животное это преступление, которое причиняет ему страдания. Если у вас есть питомец и вы хотите избавиться от него, пожалуйста, просто сдайте его в приют, говорят сотрудники. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, Поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.